основными для ВТБ являются глобальные рынки, является инвестиционный банкинг, является транзакционный банкинг, управление частным капиталом, так называемый investment management, и брокерское обслуживание. Внутри глобальных рынков основным продуктом является предоставление долгового непубличного финансирования, долгового капитала. Одним из ключевых продуктов является кредит. Кредит позволяет продать дополнительные продукты. Допустим, у наших клиентов есть множество рисков, которые можно захеджировать инструментами публичных рынков. В результате долгого взаимовыгодного партнерства появляется возможность и проконсультировать клиента на рынках долгового и акционерного капитала, а также проконсультировать клиента по вопросам сделок слияния и поглощения. Я смотрю на своих руководителей, с которыми сталкиваюсь каждый день на сделках, и всегда удивляюсь степенью их экспертизы. Это люди, которые имеют многолетний опыт работы на российском и международном финансовых рынках. И команда, конечно, занимает номер один в перечне ответов на этот вопрос. Также это многолетняя экспертиза, которая позволяет нам предлагать самые лучшие услуги и сервисы нашим клиентам. Какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы, допустим, построить завод, или построить коммерческую недвижимость, или построить инфраструктурные объекты, или приобрести другую компанию на долговой капитал, который предлагает наша банковская группа. Поэтому, еще раз, первое – это люди, второе – это экспертиза. Три ключевые компонента успеха. Первый – это следует делать всегда больше того, чего от вас ожидают. Второй компонент – это формировать свою позицию по любому вопросу. По самому мелкому техническому вопросу проведения платежа или по вопросу, каким образом или в какой структуре необходимо реализовывать всю многомиллиардную сделку. И третье – не стоит бояться рисковать.